Всем привет! После концерта мы с Игорьком решили сделать маленький-маленький вояж по новому инструменту, который стоит у нас в гримерке, и решили его обкатать. Так что играем в четыре руки, точнее в две с половиной. Я буду подыгрывать. Игорек у меня ведущий, а я на подтанцовке, на соло. Хорошо. Где играем? А, ну ми, да? Давай что-нибудь. Спасибо всем за внимание. Это была полная импровизация. Всем пока, доброй ночи. Вот так вот издевается над инструментом музыканты.